Здравствуйте, мои дорогие дяночки! Добро пожаловать на нашу осеннюю кухню. Последние денёчки солнечных дней в нашей Баварии. Нет, еще будет на выходных тоже солнышко, а потом все, наверное, уже кончится сладкая жизнь. Я думаю, еще в октябрь тоже будут хорошие дни. Может быть, да. Но не знаю, как будет. Сможем ли мы снимать во дворе, как в прошлом году? Ну, надеюсь. Так. Ну, тесто точно не будем мы снимать тесто, во дворе. Тесто, да, во дворе, наверное, уже не будем, потому что холодно будет. Остальное вот. Можем все на улице снимать. Клим будет работать, я буду снимать. Я буду снимать. Я буду камеру держать, он будет готовить. Я буду готовить, так что... Приготовьтесь, товарищи. Товарищи, да, скоро будет. Вас ждет Клим и егошняя кухня. Шутка, вместе будем готовить. Готовим сегодня узбекские лепешки. Так, что нам сегодня понадобится? Я беру сегодня самую обыкновенную простую муку, потому что все-таки узбекские лепешки, они немножко сладковатые, да, и тесто у них не такое, скажем, как у нас в Армении. Тесто для матнакаши немножко по-другому. Насколько я знаю, узбекские лепешки делают на кисломолочной среде. Ну, я имею в виду или кефир, или мацу, или молоко. Каждый делает как знает, да? Я сегодня буду делать на молочно-йогурто-водичной основе. Правильно я сказал? Правильно. Не знаю, как точно, но получается шикарное тесто такое. Такое, знаете, бесподобное. Нежное и в то же время такое хрт-хрт хрустящее, да? Да, очень такое, не могу вам передать. Итак, берем сегодня 1 килограмм муки, 150 грамм сливочного масла, 200 грамм молока, 2 столовые ложки с горкой йогурта 10%. Я беру, вы берете какой хотите, вообще можете убрать, не ставить. Дальше возьму еще водички, наверное, миллилитров 200, но посмотрю, воду будем добавлять по стоку, поскольку требовать будет мука. Пока не знаю, напишу в конце точно, сколько воды понадобилось. Мы должны ориентироваться по муке, да, по влажности вашей муки. Еще раз говорю, это очень важно. 1 столовая ложка соли, то есть 20 грамм соли на килограмм муки. 20 грамм дрожжей свежих, прессованных. У меня свежие прессованные. Вы можете взять 7 грамм сухих дрожжей. 7 грамм сухих дрожжей в Германии рассчитаны от 500 граммов до килограмма муки. Точно так же и свежие прессованные дрожжи в Германии, они рассчитаны на килограмм 42 грамма. Но это не обязательно. Не обязательно. Так. Еще у меня здесь мед. Мед добавляю вместо сахара, чтобы был вот этот вот зафиксированный вкус, да, сладко-солененький. Не такой, чтобы он приторно, ну, как хлеб был, а все-таки это лепешечка, она должна быть приятная. Ну и масло, подсолнечное. У тебя новые сережки вроде, я вижу. А, да, я забыла сказать. Я забыла вам показать, Дианочки, у меня новые сережки, изготовленные руками моей дочки. Вся плетенка просто сделана руками. Исабель, посмотрите, какая прелесть.
классно. Смотрите, какие шикарные. А я только что заметил. Я забыла сказать. Ты с утра ходишь, а я только что. Я с утра хожу в сережках, а муж мой не заметил, представляете? Вот видишь, какой. Так что посмотрите, какая у меня дочь умница, да? Что делает? Это все каждая плетеночка сделана ее ручками. Вот так вот. Такая у меня молодечек. Креативная дочь у меня такая. Да, она наша радость, наше солнышко. Наше солнышко, наша переживаю, радость. Блин, уже через 5-6 лет уйдет это солнышко, я, наверное, умру. Ничего. Не знаю. Одеваю Славка. Сегодня перчаточки. Славка тоже ушел. Ой, когда мой сын ушел, девочки, это был какой-то кошмар. Я 2 месяца сходила с ума. Ну как, уехал учиться в университет, отправили мы его, я с ума сходила. Первые 3 месяца было мне так плохо, я так плакала каждый вечер. Он забыл, оставил. Я только успевал подушки менять. Он оставил пару своих вещей дома, я ходила вот в шкаф, его открывала и прям вот так нюхала, а шапкой у него еще осталась в шкафу. До сих пор она дома. До сих пор она у меня дома, в моих вещах лежит, в моем шкафу. Я иногда подхожу, уже сколько, уже прошло 12-13 лет как-то. Я вот эту его шапку нюхала, там до сих пор запах его волос. Ну, уже нет, но все равно не могла, знаете, очень. Ну, я думаю, это знают все мамы, которые провожают своих детей. Я сейчас как подумаю, Сабилик мне иногда говорит, ой, мама, мне осталось еще 5-6 лет, и я уже уйду из дома, пойду учиться в университет. Я говорю, ахти, не скажи так, не скажи, не хочу это вообще слушать. Я же уже старенькая буду, сколько мне лет будет, уже 57? Я же еще с тобой буду. Ну да, но все равно, ты же не Сабилик. Ну все равно, мы будем в гости вместе, ездить. Мы будем вместе сидеть, куковать и плакать. Не, мы будем к ней в гости ездить. Ну да, Дяночки тоже все плакать будут, я уже представляю. Я специально буду плакать в камеру, чтобы вы тоже плакали, меня поддерживали. Так, все, Дянульки, поговорили, не хватит. Начинаем замес. И так, как я уже сказала, килограмм муки. У меня здесь самая обыкновенная немецкая мука, тип 405. Пятый. Клим так смотрит на меня, так делает, я не пойму, что он хочет. У меня на канале есть хороших 2 мастер-класса по различиям немецкой муки. Рассказывала о всех видах муки в Германии, типы, все классы, все виды, все сорта. Так что ссылку на эти 2 мастер-класса, а также на мастер-классы по закваске оставлю внизу под видео. Обязательно заходите и смотрите. Особенно всем германским Джаночкам рекомендую. Итак, начинаем. О, так, растапливаем масло, потом зальем молочком. Это масло холодным молоком. Пока масло растапливается, добавляем соль, муку. Перемешиваем. Перемешиваем, да, хорошенько. Сюда же добавляю дрожжи. Не переживайте, все поднимется. Не переживай. Йогурт. Йогурт 200 граммов. Мед. 1 столовая ложка. Масло. Угу. Сюда же отправляю молоко. И вот эту красоту отправляем сейчас сюда. Теперь все вот это вот. Красотульку. Да. Перемешаем. Всю эту массу сейчас я буду мешать, а воду уже буду добавлять по тому, насколько будет мука моя требовать воды. Правильно говоришь. Нам нужно тесто мягкое, упругое, но не очень крутое. Вода горячая. Оно будет как раз немного заваривать тесто. Видите? Чувствуешь, я уже чувствую любой вид муки. Это как точно она я... влажная, не влажная, да. Сколько надо. Я знаю. Я уже знаю. Смотрите, вот сейчас мы добавили ровно 200 грамм воды. Видите? Сейчас будем смотреть,
какая у нас консистенция теста получится. Какая прелесть должна получиться. Так, берем шабр. Что за слово такое? Ну это по-немецки это шабр, я не знаю, как по-русски это. Чистилка. Надо понимать, что я здесь живу с 86 года. Это естественно, что я забываю слова. Потому что я работаю с немцами, говорим мы на немецкой. С дочкой я говорю, если не для видео, в основном по-немецки. Это естественно, что со временем я забываю слова, понимаете? И это не там специально еще. Понимаем, мы тебя очень прекрасно понимаем. Да, это... То же самое, я тоже иногда думаю, что за слово. Ну, когда не пользуешься в быту словами, которые когда-то ты употреблял, живя в Советском Союзе, это естественно. У всех такое. Все, кто живет здесь, в Германии, мы разговариваем точно так же, как когда-то разговаривала моя мама, мои бабушки в Баку на армянско-русском языке. Да? Там были все слова и азербайджанские, и армянские, и русские. Они так классно разговаривали, говорили, ну, голома, по колбасаин продавать, а не помню. То же самое у нас сейчас происходит. Мы когда разговариваем с Климом или с родителями даже, а моя мама вообще деловая, она когда разговаривает с роднёй из других стран, потому что они везде, она начинает разговаривать. Я вчера взяла хакфляш, и такие хорошие фрикаделин у меня получились. Но в этом плане я хочу сказать, что она когда говорит, половина слов тоже немецкие. Отец думает, за что она сказала? Да, я ей говорю, мам, ты что говоришь? Они откуда знают, что такое хакфляш? А хакфляш это фарш. Фарш, да. Мясной фарш. Не легче сказать и хакфляш, чем фарш, наверное. Да, думаем по-немецки уже. Знаете, думаешь ты по-немецки. Это самый главный закон или самый важный закон при изучении языка. Пока ты думаешь по-русски, а говоришь по-немецки, ты ничему не научишься, не сможешь хорошо осилить язык. Но как только ты начинаешь думать по-немецки и говорить по-немецки, тогда ты уже, считай, пол языка знаешь, да, пол языка осилил. Любого, это относится к любому языку, понимаете? Поэтому у меня в голове, когда я вот начинаю задумываться русское слово, у меня вертится немецкое слово. Видите, да, какое тесто хорошее? Сейчас я его немножко тоже отобью. Подойдите, пожалуйста, я вас поближе поснимаю. Да. Как я уже говорила, девочки, вы можете это все делать в тестомесе. Вам не нужно делать, как я. Засунули в тестомес и отбивайте. Как хотите, сколько хотите. Я делаю так, мне так лучше. Мыть меньше придется. Помыли. Шатик помыл мне все-таки. Помыл. Пока Шатик мыл, я быстро обед приготовила. Видите, как у нас цак-цак подогрело. Ребенок пришел. А, тесто прелесть, прелесть моё. Еще раз я его. Ох, какое тесто шикарное. Я уже вижу. Уже бесподобное. Я уже вижу, что у нас шикарное. Подождите, дайте покажу вам. Посмотри, посмотри на эту прелесть. Отправляем. Подождите, дайте показать, будем показать. Куруси джонджигер. Отправляем. Сюда. Сверху еще наливаем чуть-чуть маслечка. Вот. Размазываем. Просто она, чтобы не засохла. Во дворе же будет стоять. На солнышке. На солнышке, да. Все, хороший. Закрываем пленочкой. Обязательно пленкой закрываем. Зубочистка. Раз, два, три, четыре. Все. Теперь ставим сюда вот на солнышко. Пускай здесь стоит. Я, наверное, сделаю два. Два больших, я так думаю. Ты как думаешь?
смысле, как два больших? Ну, два больших мотна каши, наверное, сделаем. А что, бывает и маленькие еще? Джан, и что ты говоришь вообще? Да. Я? Нет. Ты говоришь, два больших сделаем. Я спросил, что маленькие тоже бывает? Ну, конечно, все тоже бывает на этом свете белом. Так, сделаю два. Пускай будет два мотна каши и... Делай. Остальной лепешки будет. Окей. Сейчас закрутим. Так, я сейчас покажу. Пол заготовки, потом мы их будем округлять, пускай они еще немножко подойдут здесь. Они немножко должны еще. Да-да, еще должны немного постоять, конечно. Прийти в себя, как говорится. Обязательно, обязательно. Теперь здесь эту красоту. Обязательно расправляем их. Делаем заготовочки. Ой, я мало сделала муки. Видишь, как? Да. Ну ничего. Вот рука кончилась все. Да. Жалко было муки, представляешь? Да, так. На такое дело нельзя жалеть. Это точно, да. Сюда и сюда. Все. Сюда немножечко. Видите, как профи работает здесь, не то, что я. Ой, молодец, не прибедняйся, Шатик, ты тоже прекрасно работаешь, естественно, и совсем. Ага. Ну, не такой я, профи, как Изабель профессиональ. Ну, я же тоже в машине абсолютно не соображаю. Ну, машина это совсем другое. Все, теперь оставляем это вот так вот, пускай оно немножко подойдет, припухнет, опухнет, идет, а потом идет. Сделаем уже форму. А сейчас что делаешь? А сейчас, Джан, это, как я уже сказала, это тесто мотна каша, оно на закваске, а это молочно-дрожжевое. Молочно-дрожжевое, оно, видите, совсем другого качества. Смотрите, какой... Хороший, прямо не могу. Колобок, я беленький. Точно, колобок. Смотри, какой он хороший. Вот это как еще беленький. Такая прелесть. Прям неохота его ломать, честное слово. Да, оставь его так. Прям так и засунь в печку. Нет, мы будем делать узбекские лепешки с сезамом. Как сезам называется? Если не знал. Я бы сказал. Лепешки буду делать. Кунжут. Кунжут. Точно. Девочки, у меня новые серьги. Исабель их сделала позавчера. Смотрите. Скажите, что красивые. Подожди, давайте поближе. Вот. Вот какие. Ох. Хорошие, да. Везет же. Да. Ты не можешь такое носить, да, Джан? За мне зачем оно сейчас? Ой, не говоришь отца. Еще не, надо. Не хватало этих одевать. Так, буду делать по... Нет, 180 из 200 граммов. По столько буду делать. Подойдемся. Так. Точно, что ли? Да, 193, Джан. Ох, как в аптеке. Да, здесь создаем напряжение. Прям потом в этой же, на этой же и буду их расформировать. Или формировать. Я уже сделала. Приготовила, да? Да. А, какие классные. Шикарные. Да. Так, теперь. С
Смотрите, какая прелесть у нас. Дети Карусей такие, пускай они стоят. Шикарные, пухленькие. Пухленькие, да, как дяночки. Пухленькие дяночки. Пухленькие. Руку в кисель. Сейчас у нас Матнакаш, да? Матнакаш. Руку в кисель. Ой. Обмазываем так вот хорошенечко. Ну чем ты мажешь? Кисель, это обыкновенная мучная кисель. Кисель. Мучной кисель. Печка уже готова? Да, да. Так, расширяем. Так, он большой будет? Да, ну это кажется, что он большой, на самом деле он очень даже маленький. И поехали, остаться. Аккуратненько сдохнись. А как ты его будешь засовывать? Молча. Нет, это надо было... Не, все правильно, Джан, у меня же есть такая. А, да. Забыл? Что? Все ты забыл. Ой, порвать его будет. Хорошо спекся. Какой хорошенький. Джанулик какой, да? Mm-hmm. Прям жалко кушать. Смотреть только. Прямо жалко кушать, точно. Михалыч обрадуется. Ой, да, Михалыч мне это обожает. Так, обмазываем хорошенечко. Осторожно обмазываем, чтобы вот эти пузыри всех сторон, да? Не повредить. Ничего не повредить, да. И расширяем, вот так расширяем. Расширяем. Я не хочу его сильно делать таким. Не надо. Плат, да? Ну да, чтобы был пышненький такой. Был, пышненький был, чтобы. Угу. И здесь. Видите, какая прелесть, да? Хороший какой. Какой хороший. Не говори. Все, вот такая. Вау. Уже едем? Уже едем. Едем, как хорошо. Едем. Брызги. И уже отправляем. Печку. Поднос уже раскален. Анатолия, шикарно. Вот это другое дело. Посмотрите. Михалыч, да? Видишь, все для тебя. Все для партии моей. Для кого? И попой, что можно. О. Поцелуем ты не отделаешь. Давай. Придем к тебе ехать. Они оскудели. Моя жизнь будет такой же долго, как и хлеб. Рука дающего. Они оскудеют, рука дающего. Да. Михалыч, ты как Владимир Ильич Ленин только что выступал, прямо руками. Хороший, да? Очень. Шикарно. Горячий попал. Да, потрогай их. Горячий, очень горячий. Руки твои. Вот. Ну, слов нет. Специально сделал, сейчас чтобы нормальный сыр туда хлеб. Вовнутрь положу. Сейчас подождем. Маски, чай налью. Нет, плавно. Нет. Нет, я это хлеб. Что-то новое. Ну я это тоже этим буду делать, да? Я это тоже буду так делать, да? Лепешки, чтобы такими были. Теперь.
Потом я его расширю. Да, Лунджа. Это банали, это сезам чили. Да, сезам, да-да. Такие настоящие будут лепешки, да? Какие хорошенькие, хорошенькие. Ой, Дианочки какие. Вот прелесть. Можно было бы и маслом, конечно, мазать. Ну, я хочу так. А зачем тебе масло? Вот. Ну, некоторые тоже маслом мажут. Или молоком. Но я думаю, так тоже пойдет прекрасно. Давай, давай с тобой попало. Один пополам, а вот этот красивее. А? А, возьми да, красивый какой. Это мягкий. Ну, вот так, здесь. Не, поверни, поверни его сюда. Да, поверни а, лицом ко мне. А. Да, это все тебе. Какой кайф! Я тут поцеловал, давай поломим. Так ломается, да? Все, сломал. Молодец. Кушать будешь, что ли, Диана? Конечно, буду кушать. А что, смотреть, что ли, должен? Я вот помазал узбекский хлеб. Ох, как наяривает, да? Амуа. Айбалам. Лязат. Лязат, айбалам. Тикир, кир.
ездил один раз. Куда ты ездил? В Испанию с тобой. Живот попечка расчесался. Я не мог пойти в себя. Ой, не могу. Ты вез? И демонстрируем. Заходит, как кинжал, надо сыр. Возьми свой голландский сыр, не хочешь? Нет, голландский не хочу. Карабахский хочу. Хотит не вредно. Вот так, один кусок так ставлю, другой кусок вот так ставлю. Сверху сгущенку помажу. Нет, ты уже это извращенец, это... Это уже... Вот. Ты давай. А это надо, извиняюсь, надо чуть-чуть сладкий сделать. Да, сделай немножко сладкий. Сухая. Зачем? Да, зайчка. Дай Бог тому, кто придумал вообще... Хлеб. Хлеб, масло, сыр, чай, здоровье. Кто придумал? Да, давай. Кушайте, кушайте, детки мои, мама. Бин-гранат. Ой, не могу. А эта сторона... Мы в Испанию, когда поехали, сладкий же маленький был. Самое лучшее. Ты держишь на потом, что ли? А я держу на потом, да. А, молодец. Странный человек. Почему? Сначала он съедает нижнюю сторону, а потом... Я всегда люблю сперва сделать тяжелую работу, а потом легкую. Мамуль. Начинаю работать. Вот Тимкес, красавица моя. Не люблю, я не снимаю. А я очень люблю тебя снимать. Иисуса. Нет, любовь прошла 100 лет назад. Завяли помидоры. 100 лет не скажи, так не скажи. У кого прошло? У меня. Время ждать. Даже не краснеет, как обманывает. Даже не смеется. Как обманывает. Такой... Я люблю так, папча. Чифилисис? Да, да, я люблю чифилисис. Но я же в зоне не был. Зато мой дед был. Мой дед был. Я люблю чифирный чай, да. Чтоб горький был чай, я очень люблю. Горький я сладкий чуть-чуть делаю и прям кайфом стану. Узбеки молодцы. Узбеки, молодцы, еще раз. Огромный привет Узбекистану. Лепешки ваши, бесподобные. Главврач говорит, у меня зубы болят, я пришел лечиться. Ты говоришь, надоело. А он маму вызвал и говорит, этот хулиган задолбал. Целый день здесь сидит, следите за дочкой. Ошивается здесь хулиган. Видишь, мама, из-за тебя у моего папы зубов нету. Хорошее время. Елена, я ему говорила, лечи, он говорит, нет, я не буду лечить. Он не мог боль терпеть. Сколько ты зубов вырвал? Да все, у него внизу вообще нет зубов. Только, подожди, только как познакомился, в этот год два зуба сняли. Только из-за того, чтобы ее увидеть. Весь двор был у нас в поликлинике, вся родня их не у нас, все ко мне бегали. Да, повезло им, мама. Да. У меня брат был. Поликлиника без работы. У меня брат был. В поликлинике свой человек, который может договориться зуб снять. А лучше все. Ну а что, проблема что ли была? Конечно. Какая проблема? Чего врешь? Ну вот идешь в поликлинику. Идешь в карточку. Нет, клиник. Идешь к зубному. Ну, в очереди сидят 20 человек. Если ты знаешь, что этот врач... Тебе зуб снимет по блату. Хочешь, чтобы я здесь умер? Ой, папа, вообще ужас. Чуть-чуть он сразу в обморок падал. Да. А ты представляешь, мама, если бы он присутствовал на родах. Он бы упал. Ты! Как вот сейчас мужчины идут на роды? С женой рожает. Там кровь видно вообще. Конечно. Да, там вообще... Говорит, видно вообще. Там не только кровь. Там все видно, фу. А сколько таких было? Мужья стоят, тут на роженицу роды принимать, и муж сознание потерял. А что, нельзя в этой голове стоять и кровь?
Вообще хорошо было, что нельзя. Да, мама, я тоже считаю. Я тоже. У меня тоже никого не было. Да, Климка? Ну, зато Артур все время ставил. Я так понимаю, если бы я один раз увидел бы это все. Ты бы стал импотентом. Я отказался бы сексом заниматься. Точно, точно. Больше бы у тебя работы не было. Больше секса в моей жизни не было. Может, первый месяц, потом... Потом в голову. Да, ты такой у нас. Ты можешь сказать, самый счастливый день твоей жизни какой был? Когда я была забеременела. Когда ты забеременела, да, ты почувствовала, что ты становишься матерью. Ой, ладно, себе. Потому что твоя мать столько это делала, на нервах играла. Давай, тут ты стрелки на мою мать товару говорила. Она, значит, пришла, говорит, Жасмин свекровь сказала, что у тебя детей не будет. Тебе сказала? Да. Сказала, теперь будешь. А я говорю, а Жасмин свекровь гинеколог? Она говорит, нет. Я говорю, а тогда кто она такая, что она сказала? Ну и что, а когда я забеременела, то она говорит, иди аборт делай, зачем это я тебе? Я говорю, а почему ваша Рима четверых должна рожать? А я даже одного не... А ты почему мне один раз не сказала? Ой, ладно, молчи, 100 раз я тебе говорила. Почему ты мне не сказала? Пошел бы маму бить. Или что ты сделал? Ой, я не могу. Что ты сделал? Ваша матери, что сказать? Я взял бы твой чемодан. Вещи собрал. Я бы чемодан. И вместо того уехал бы в гостиницу. Ну, а Марусе все деньги давали. Вообще вы мне должны. Каждый месяц столько денег. У нее праздник был, Клим. Она дни считала. Представляешь, 8 месяцев по 200 рублей. Большие деньги были. Вот 1600 мы должны были за эту квартиру. Раньше можно было за 1600, но 1000 моя мама дала. 2600 вот квартира стоила.